Сегодня у нас 21 июня 2015 года. Вот детский православный лагерь Стан направляется в храм на молитву. Вот, и несут с собой веники березовые. Вот. Вика, не отставай от своей второй. Вот они. Стойте, стойте! Так, давайте, Веники, подходите вот сюда вот, по одному ставьте. Вот так, вертикально. Вот так вот, ставьте. Аккуратно ставим, аккуратно, не бросаем. Не бросаем, оставим, Андрей. Мир тебе, отец. Здорово. Смотри, что делает. Ага, вообще красота. Все, пойдемте обмывать. Рядом, ставьте. Леонида, поставь, пожалуйста, тоже мне. От меня венок президента. Пожалуйста. Доброе утро. Такого еще не было. В первом ряду базар. Ясно. Вот, когда выйдут, раздавать будем. Нам повезло, такое богатство. Вот помолимся, ну и начнем дарить. Пожалуйста. Ты когда показываешь, ну, это показывает ног до головы, чтобы людей было видно. И одеяние. Да, да. Там наш лагерь. Везде давай комментарии. Там батюшки на вещи. Почему они здесь? Он боится, что маленькие они погибнут. Пока поднимутся на ноги. У него больше 40-50 лет. Вот пришли в храм. Я вам помогала. Дружно. И обмывается. Доброе утро. Ну хоть бы один. Я говорю, как дружно ответили. Правда, Андрейка, хоть ответили? Никто не ответил. Я лучше так и прошла. Вы что? Надо здороваться, когда здороваться. Что это бы учить их? Идите на нас уже нарекание, что прошел человек, поздоровался, а вы промолчали. Отвечать иду. Нет, не надо оправдываться, Ваня. Отвечать нужно доброе утро. Ну не слышно. Ну я не думаю. Уши, уши запечатаны. Я либо хорошо здоровая. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Иоанна Златоуста беседы на Евангелие апостола Иоанна Богослова. Ныне все мы имеем одно имя, которое важнее всех тех. Имя христиан, сынов и друзей Божиих, тело Христова. Такое наименование больше всех тех может возбуждать в нас усиленную ревность к преспению добродетели. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования, помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми. Так назвал нас Павел. Будем держать это в мысли, будем уважать это великое имя. Если некоторые, нося имя какого-либо знаменитого полководца, или другого какого-либо славного человека, высоко думают о себе, слыша, что их называют именем такого-то или такого-то, считая это имя великим для себя достоинством, и всячески стараются о том, чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они те заимениты, то мы, называющиеся по имени не полководца,
ни какого-либо начальника земного, ни ангела, ни архангела, ни Серафима, а самого царя их, не должны ли полагать и самую душу, только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Разве вам не известно, какой почестью пользуются отряды царских щитоносцев и копьеносцев, окружающих царя? Так и мы, удостоенные быть близ самого царя и даже гораздо ближе к нему, чем упомянутые нами, к своему царю. Ближе настолько, насколько близко тело к голове. Во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу. А что говорит Христос? Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий не имеет где преклонить голову. Если бы мы стали этого требовать от вас, то это, может быть, многим показалось бы делом трудным и тягостным. Итак, ради вашей немощи я оставляю эту строгость, а требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству. И как ради немощи многих я не требую от вас такой высокой добродетели, так убеждаю вас и тем более удаляться пороков. Я не осуждаю тех, которые имеют домы, поля, деньги, слуг, а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом. Каким надлежащим образом? Как следует господам, а не рабам, то есть владеть богатством, а не так, чтобы оно обладало вами, употреблять его, а не злоупотреблять. Деньги для того и существуют, чтобы мы употребляли их на необходимые потребности, а не берегли их. Это свойственно рабу, а то господину. Стеречь дело раба, а издерживать дело господина, имеющего на то полную власть. Ты не для того получаешь деньги, чтобы закапывать их в землю, а чтобы раздавать их. Если бы Бог хотел, чтобы они были сбережены, то не давал бы их людям, а оставил бы их навсегда лежать в земле. Но как Он хочет, чтобы они были издерживаемы, то и дозволил нам иметь их для передачи друг другу. Если же мы удерживаем их у себя, то мы уже не господа их. А если ты для того удерживаешь их, чтобы умножить, то для этого самое лучшее средство расточать их и всюду раздавать. Да и не может быть прихода без расхода или богатства без издержек. Это можно видеть в делах житейских. Так делает купец, так делает земледелец. Один тратит семена, другой деньги. Один плавает по морю, расточая свои деньги. Другой целый год трудится, бросая семена и работая. Между тем, здесь не нужно ничего такого. Не нужно ни корабля готовить, ни валов впрягать и пахать землю. Ни беспокоиться о воздушных непогодах, ни бояться града. Нет здесь ни волн, ни подводных скал. Это плавание, это сеяние требует только одного – бросать то, что у тебя есть. А все прочее совершит тот земледелец, о котором Христос сказал: «Отец мой делает до ныне». Итак, не безрассудно ли предаваться лености, нерадению там, где можно получить все без труда, а показывать всю деятельность там, где много трудов, забот и пота, и после всего этого еще неверная надежда? Не будем, умоляю вас, так неразумны в деле собственного спасения, но, оставив дела тягостнейшие, поспешим на дела более легкие и полезные, чтобы достигнуть и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно во веки веков. Аминь. Боже, будь милостив к
ко мне грешному. Создавай мне, Господи, помилуй меня. Вечисляйся грешу, Господи, прости меня грешно, дай помилуй. С воскресением Христовым. Быстрее вот так, дернет туда-сюда, но еще при этом какой-то мертвый, это держит, скорее убирает. Вот, види, оттуда из этой выдернул, туда потянул. Быстрее. Все, наше дома. Враг не застанет, похоже.
все, надо фрак вывешивать. Так, переодевайтесь, праздничные снимайте. Переодевайтесь, тапочки или что там у вас. У нас есть. Сегодня у нас 21 июня 2015 года. Мы находимся в детском православном лагере Стане. Вот у нас там даже флаг России вышел. Минаева, пирожки напекла. А я еще привез пирожки тоже. Ну, пошел процесс. Нина Васильевна уже настроила. А водички-то вот. А сегодня у нас за дежурного Игнатьич Мышелапкин будет. Водички-то нет. Ребятишек. Сейчас он столы протирает. Там у нас ласточинное гнездо. Последний, четвертый стол. Он поменьше разбил. Вот Олег Николаевич окошечко заботится. Так, завтрак подаем. Давай. Нельзя вам. Это убрать. Тряпку, главное, это варить. Бери тряпку, иначе мы тут всех сварим. Вот эту. А, которая висит? Которая висит. Что она ее? Так, убрать. Так, вот это сейчас все упадет. Вот это сейчас все упадет. Как было так место и ставила тут? Нет, нет. Я хочу. Сбираешь столик, Варя. Туда двинуть. Камера идет. Вот это двинуть. Камера идет. Так, вот он кто-то мне там потрет. Давай, показывай, где суп. Сейчас вот здесь надо бумажку. Тяжелое это давайте, я вынесу. Давай уноси. Ну что на тебя бумажки-то всякие? А? Бумажки-то вон лежат, зачем было? Горячая, горячая, осторожно. Сейчас, подождите, подожди, горячая. Долго ты. Так, бью холодно, садимся за стол. Осторожно. Мы всегда говорим, что горячее. Я читаю. А, считаю, ладно. Тебе почти не надо трогать, ты не можешь. Вот скамейки, вот это ваши скамейки. Вот тут сидите. Вот. Так, подожди, подожди. Что-то один в келье был. А? Да. Один из келье вышел. Ты один в келье был? Да. Как так? Нет, значит, они были вдвоем. Они были вдвоем. Но когда прозвенел колокол, Тарас вышел быстрее, а Андрюша болит. Да, что, Игнат Тихонович? Тимофей один в келье был, и вчера я его заметил. Ты заходил один в келью? Ну а зачем? Ты устал, знаешь, выйди туда. Мне надоело уже это разбираться с тобой. Ты на самовольство. Тут никакая не болезнь, ничего, а самовольство. Ты в келью один зачем заходил? Я зашел вдвоем. А с кем вдвоем? Со второй кто был? Я не понял. А кто разрешил? Оставил, двое с разрешения должны. Воспитателя. Кто разрешил-то? Кто с ним заходил в келью его? А, по-моему, дядя Никита разрешил.
Никита? Никита? Ну, пойди сюда. По-моему, слушайте. Ну, он со мной заходил. Да. С тобой он заходил? Да. А, да, он со мной заходил. Я попросил. А кто разрешил? Не, мы спрашивали. У кого? Не, я спрашивал у тебя. А ты понял, почему такое у нас это, в уставе правило, что одному не заходить? Да, потому что может что-нибудь украсть. Украсть? У нас было воровали. Но мы прекратили это дело. У нас была одна такая девочка, она наверху спит, Оля у Нагаева. А девочка залезла, она не видела, что она лежала тем-то. И начала шарить и там вытаскивать, что у нее было в сумочке. А та говорит, у меня там ничего нету, кроме конфет. Она уже их взяла. Теперь она уже замужем, девушка. Но мы отучили от этого. Была одна цыганочка маленькая, такая. И она вот в этой келье была. Воровала у всех, кроме у Наташи. У Наташи не трогала. Воспитательница. А Наташа спрашивает, а почему у меня не брала? Она говорит, а я видел, ты каждый день считаешь деньги. Деньги считает. А она умная девчонка-то. Каждый день проверять приходилось. Ночью парнишка, каким образом, я не знаю, своровал гребенку, спрятал Кристину и мертвую. А зачем? Сестренке подарить хотел. Не болеют еще, но воруют еще нельзя сделать. Вот. Ну, я написал так, я воровка, надписи. Она сидела у меня вот там на куче стружек. Бросила, больше не воровала. За стол. Точки все? Да, вроде все. Так, у тебя улетит это? Олег, где она? Закрой чем-то. Улетит все. Не знаю теперь куда. Вот куда его? Пошли в келью положим. А потом опять туда побежит за ним. Куда вот? Куда вот? Ну, обычно на вещевой все сдаем. На вещевой, пойдем. А в коробке? Мыло какое-то берут. Зачем оно вам нужно подливать? Научили, они рассказали. Это кто-то сделает, я не знаю. Святая вода сейчас. Давай, святой воды. Так, что, кто дежурный? Давайте. Скорее, пока что сидите, ничего не трогайте. Раздай дальше хлеб. Каждый берет хлеба сколько надо. Чтобы не было, чтобы хлеба не хватало. Берите. Так, ложки раздайте, пожалуйста. Ложки дайте. Это я не шалком. Что же это на стол лёгко? Для чего? Ну, уберите это слова. Что ты? Один из них приехал уже 10 дней, как будто бы уже не приехал. Передавай. Сидите пока, сейчас воды святой дадут. А, Виктор, забирай ложки, передавай. Я уже пил сегодня. Раздавай. Так, внимание, перекрестимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Сейчас попьете, потом первое будет. Вы так, на, передавай. Я принимал уже. Передай. А что у нас? А что у нас девочек-то не хватает? Наказаны же девочки. А, что? Аккуратно берем по одной, только воды. А кто дежурный? Я дежурный. Я сейчас подожду. Не продадите так. Ну, что, подожди. Никто не натерт, надо натереть. Обязательно накормить надо. Да. Питай вода от кружки. Тарасий, давай ложку туда. У нас нету нарезанного хлеба, да, Любовь Николаевна? Да. Было же, значит. Тарасий у меня и то еще. Вот ты придут, девушка положит, мне вернуть ручки. Так, кому еще должен? Тимофею. Тимофей, где? Давай ложку. А этой болящей нет. На. Так, вот это Тимофей. Так, вот это ну хорошо, я ему дам. А там воду пили вы? Маленький. 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 Маленьким. А, маленьким. Ну, маленьким, подам самым маленьким. Все маленькие наказаны. А потом. Так, держи. Что-то прям совсем мало.
А не потому что тянут руку вот так вот. Вот так показывают. Показывают? Да. Вон, видите? Они маленько идут. Хлеба. Сейчас, Нестор, сейчас хлеб придет. Так, передайте ему туда. Дайте его подвешу. На, Андрей. Пожалуйста. Андрей просит половинку. Маленько. Половинку. Всем. Да, вот это половинка и есть. Одному. Держи, это половинка. Так, а хлеба почему нету? Где хлеб-то? Хлеб где? Сейчас вон Николай нарезает. Я не пойму, почему хлеба-то у нас? Так, тараску надо, еще тараску надо. Хлеб где? Ну что, наверное, нарежьте еще, что как? Там совершенно не... С хлебом борьба какая-то идет. Не успевает резать хлеб, вы дожили себя. Так, держите хлеб. Плохо в воздухе. Ножа нету резать. 10 ножей. 10 ножей. Держите. На, держи вас, подаем. Так, кому хлеба? Преломление хлеба называется. Так, держи. И кому еще хлеба? Вот сюда в голову поворачивайте и берите. Так, а что, святую воду все выпили? Все выпили. Ну, обеспечили самому такой взгляд. Давай. Святая вода. И всех все ест. Андрюша, отодвинь чашку подальше-то. И не жады, хлеб отодвинь, у тебя хлеба много рядом. Отодвинь его подальше. Дежурный. Так, Ваня второй тоже. Да. Ну-ка давай сюда. Второй. Вот. Беспокоится. А что, эти дети у нас совсем не будут кушать? Совсем не будут кушать. Игнатий Тихонович, а вы говорили? Ты помолчи пока. Завтракать не буду. Значит, все впереди еще. Пока. Только первую часть видишь. Я хочу немножко спросить. Все пока на этом. Ладно. Так, не наклоняться над чашками. Кино только началось. Ой, минута размышления идет. А дальше вы все... Нет, но вы говорили, надо. Можно раскладушки детям в храме поставить. Можно, можно выводить можно, их на лавочку можно, садить. Можно. Они вышли, но только запели, зашли, понимаешь? Это еще... была не 12-я минута. Нет, знаете, длинная, 12 минут прошло только всего. Так, давай сюда. Нет, вы вон смотрите, вот. Ну ладно. Бежите. Давай сюда. В храме, Галя, ты понимаешь, что ты еще говоришь? Ну не из храма выбивали. В храме, чтобы они могли там слышать. Там нету лавочки, там старики стоят, они пошли. Да только это же 12 минут не в этом, все остальные товарищи, она не может ответить, почему вышла-то. То, что не молились. Ответа никакого нету. Все маленькие мальчики стоят, никто не успел. Даже вопросов нет этих, что. Просто сатана ударил и вышел по день махом. Они вчера хорошо. Это еще не детское, это когда батюшка, я имею в виду, когда батюшка, длинная служба не понимает, а тут только затели самое блаженство и кубырь к одним ударом всех вышел. Ну что непонятно-то? Надо быть совсем слепым. Без лукава никак не могло бы. Прямо сядь на часы, я сам там красиво. Я бы смог сказать. Вон сзади оберни, там хлеба полно. Подай ему хлеба. Я тарелку прям поставил. Андрюш, пополам. Уже пополам утащил. Ломай. Ни хлеб не трогать, просто стоял все время там. Валя, не надо, отнесу.
что же хлеба упадет, поднять, обдуть и съесть. Но если сильно грязный, то можно собачки отдать. А так, ничего страшного. Кто не видит, не пал, надо хлебу берем на купить. Компот? Подожди, ты второе ела? Сперва второе надо скушать, а потом компот просить. Возьми кусочек и обшатись от стола. Отойди сейчас. Хотя бы ложку второго надо съесть. Сиди прямо сюда, закрой стола и не заваривайся. Вот так. Так, давай сюда. Виктор Николаевич, налил и хватит. Нет, налил и хватит. Давай побольше. Снимает Володя Пащенко и не видит, вот в одно место уткнулся, этого Андрея снимает, а вот во время ласточка летает, увидел, когда уже она села на гнездо, думаю, ну ты снимай глаз, маленько вкидывай глаза, ты что делаешь, сколько раз говорил. На того интересно, она мастилась там, все, кадр ушел. Виктор Николаевич, там ты Люба Минаева говорила, что ты... Так, маленький оставлял зиму, большого. Может быть, маленький пополам, я думаю. Пополам будем. Да, они сидят. А большим давайте. Я большим разбавлю. Ну, отдай его, смотри, забирай, забирай. Это мне. Паша, надай. Паша, маленький. Ну, всех. Кому вот, еще? Вот эти сидят, ребята, еще два. Я поймал, что... Все. Может быть, Ливи полные, Ксения. Остальные пополам, идите. Держи. Раси и кусочек. Ну бери, ну ладно, нет, дай ему чаю. Подайте. Да мне полтора. Раси, подайте. Раси, передайте. Не надо, или чай, или компот. Просто полный наливай. Ваня, компот не нужен, ничего не получишь. Тут все заставлено, зачем нам это? Большой выбор. Еще и компот это немного отличается. Так, передай другим. Можно на дальше тоже. А теперь полную можно налить, братья. Так, Никита, держи. Кашу, наверное, не солили вообще. Так, и Матвею там передать сделать. Вот, передай нам это, просит. Так, Тарасию. Андрею. Так, Аня, место на передай. Чай нету, значит, настал компот. Если не будешь компот, я не буду. Нам еще компот. И не пить, тебя там вообще не пьют. Виктор Николаевич. Нет, не пить и ванну. Ваня, Ваня, чай небольшой, больше пирожков. Ваня, он большой, мы побольше. А просят ли они, да, они тоже не маленькие, по-моему. Сидят. А Кирилл не маленький. Еще три больших перчатки. Да две половинки положили. Сидят. А кем компот разбили? Так, кому перчатки не дали? Галя. Галя, убери локоть со стола. Зачем положить-то? Дали всем. Вон мальчикам не дали. Вон всем. Кому не дали? Дали? Что ж ты так глотаешь? Мне бы хватило это пирожки. Ведь Валь, малышкам в компоте не так. Расширяй на это. Что есть? Не расширяй, не пробуй без обмена. Сзади, поверни еще. Главного повара-то нет. Не солено сейчас. Может, забыла сказать. Любовь Николаевна, просят подсаливать пищу. И что, вы налейте полную. Завтра все это, что вы экономите.
простите, я тут задержалась на этом. Всем ради. Морковка не терпит ничего. Тут нормально. Нормально. Можно детям, которым по половинке пирожка, если они сидят вторую. Да. Дети, кому дала пол пирожка. Я раз съел свой пол пирожка и хочет еще, я дам. Только кому? Кому кто съел? Съешь, а потом видно будет. Да. Кто не съел, даже руки не протягивает. Ласточки беспокоятся. Знаете, Тихоч, может быть, их двоих туда, у них далеко стол, им неудобно, они все время так. Я не пойму, что нужно это? Пересаживать, может быть, их туда, не вот надо, там поудобнее было бы. Здесь не надо, там я думаю, не надо, что-то удобно, что-то они удобно. Они уже привыкли к этим местам. Уже так, хватит, братья, берите сами себе. Удобно там 1 сантиметр на лицо. На. Вот, смотри, как он делает. Целый барак лист. Садитесь, я дежурю. В левую руку. А. Без памяти, решите, где сильнее, толку нет, не научится. Барахи то же самое. Покажи мне, я дежурю. Лучше за. Картошку раздайте, никто не дал. Дай тебе маленькую. По одной картошке все съешьте. Лучше затри, потом подумаешь. А вон дальше контур. Поскорее на другой стол отдайте. Картошка стоит. Не с костра? Костра уже съели, наверное. Да? Это не с костра. Так, подожди. А потом давай пойдем. Ну, не надо, чтобы на каждом шагу. Вот это все.